Мороженое из натурального молока. Сливочное, настоящее. Рука сама тянется к яркой упаковке, пока не вчитаешься в состав. Это, например, молоком и не пахнет. Заменили молочный жир маслом пальмовым, подсолнечным, рапсовым, соевым и кокосовым. Молочный жир на растительный заменили для удешевления производства. На таком и надпись должна быть «растительное мороженое». Но какой изготовитель признается, что его лакомство с пальмой? Смятая упаковка, посмотри, какая. Смятая. В условиях хранения, конечно, оставляет желать лучшего. Не исключено, что этот пломбир уже размораживался. Так в продуктах и начинают размножаться бактерии. Сотрудники Роскачества недавно провели проверку ледяного лакомства и в некоторых экземплярах нашли кишечную палочку. Эту подозрительную партию просим менеджера убрать с прилавков. Вы, наверное, берете, да, это из продажи? Да, точно, да? Бактерии, антибиотики, крахмал – таким приятным набором. В вафельном стаканчике, как выяснилось в той же проверке, некоторые изготовители предлагают покупателям себя порадовать. И, конечно же, вездесущими искусственными добавками. Стабилизаторы, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева. В общем, очень много добавок различных Е. Мороженого без Е добавок мы не увидели, но найти те, где их меньше, реально. Доля молочного жира 15%. Это... хорошо, то есть он имеет право называться пломбиром. И еще один момент. При выборе пломбира смотрите на жирность. Меньше 12% в настоящем быть не может. При покупке мороженого, как бы это банально ни звучало, не игнорируйте состав. Это единственный способ выбрать качественное. Жанна Лавяникова, Константин Химичев, информационная программа «День».